Очень сильно большая премьера. Песня написана на стихи Марии Маховой, поэт из Иваново, который я помню, создали. И теперь практически не закрываю ее сборники. И думаю, что будет еще не одна, и не две, и не три песни. Ну, говори, зачем ты молчал так долго? А он говорит, я хотел, чтобы все иначе. Она говорит, о господи, как же холодно. А он говорит, я выпустил в небо бабочку. Единственное, она плачет, зачем-то плачет. Давно уже все решил. Не бойся, я никогда не увижу полочку. Не бойся, я никогда не узнаю шир. Она говорит, а пропасть была так близко. А я никак не согреюсь, как под стеклом. Ты со мной ушла беда. Она говорит, да забудь же ты эту бабочку. А он говорит, никогда, уже никогда.